Здравствуйте, господа. Итак, сразу подарочный номер нашему клиенту. На обзоре у нас будет сегодня Volkswagen Passat. Passat 2016 года, R-Line. Начнем с того, что, ребят, мы отмечаем вот эти все моменты, такие как здесь у нас покраска задний бампер. Вы видите, у нас здесь полностью чистый багажник. В багажнике ничего нету. Кстати, этот номер мы положим сюда под коврик. Наш клиент скажется, когда получится его. Ребят, здесь у нас мы имеем, вы видите, домкрат, ключи, имеем ремкомплект, докатку. Здесь в багажнике у нас лежит щетка для сметания снега. То есть все вот в таком вот состоянии мы оставляем в данном автомобиле. Ну что ж, давайте по нюансам. Бампер мы показали по этой стороне. Ребят, эта сторона у нас практически вся идеальная до передней двери. Здесь, в этом Passat, у нас повреждена передняя часть, повреждены крылья. Вот здесь у нас есть нюансы. Все это мы отмечаем. То есть это под покраску. А в автомобиле разбито лобовое стекло. В автомобиле нету люка, но есть, если камера передаст, небольшие царапины на крыше. Вот здесь. Вот они. Вот она. Вот такая вот царапина. И вот здесь она точно так же. Я думаю, что она сполируется, но она есть. Ребят, чтобы потом не возникало вопросов, почему, где, что и как. Это автомобиль с объемом 1,8. Диапазон цен, ребят, таких автомобилей от примерно 3 до 6 тысяч долларов. Что здесь? Смотрите, у нас основной удар пришелся в правую пассажирскую сторону. У нас немного повернуло, подвело сюда лонжероны. Разбита правая фара. У нас разбиты радиаторы. Жидкости в бачке нет. По этой фаре, ребят, у нас фара, стекло целое, но крепления сами, они сломаны. То есть я думаю, что его можно восстановить. По бамперу, ребят, смотрите, у нас здесь есть поломанный бампер. Есть вроде бы все его кусочки. Как бы мы это все поднимем, подвяжем, привяжем сюда, и как бы в таком состоянии это все будет отправляться. Переговорим с нашим клиентом, сделаем полную дефектовку. Если клиент скажет оставить, значит оставим. Скажет выбросить, значит выбросим. Обратите внимание, по этой стороне это крыло. У нас вот здесь есть нюансы. То есть это под покраску, под рихтовку. Ребят, те из вас, кто занимается ремонтом, говорите, сколько стоит ремонт данного автомобиля, пишите нам на почту offers@cmotors.org. Эту почту я продублирую. Здесь вы видите капот под замену. На автомобиле стоят новые, практически новые, 19-е диски. Обратите внимание, какие они. То есть есть небольшие царапины. Мы это все отметим. Вот этот диск имеет довольно-таки много царапин таких. Это мы все подмечаем, чтобы не возникало вопросов ни у клиента к нам, ни у клиента к порту и так далее. Двери полностью в идеальном состоянии. Что внутри, ребят? Внутри у нас имеется тряпка, то есть тряпочный салон. У нас заклинили два ремня. У нас взорваны 4 аэрбэга, то есть две шторки. У нас взорвана панель приборов, у нас взорван рулевой аэрбэг. На 9000 миль. Вы видите, салон в идеальном состоянии, то есть ковриков здесь я не вижу. Нету ковриков, их не было в багажнике также. Сейчас мы будем созваниваться с клиентом данного автомобиля, сбрасывать вот эти все фотографии, делать их большое количество. И он уже будет принимать решение, что покупать, какие запчасти брать, что не брать. Если мы будем заказывать запчасти, мы все это заказываем, складываем в этот автомобиль. Кстати, мы несем ответственность, мы реальную, за все запчасти, которые мы отправляем с этим автомобилем. То есть, если мы отправляем в автомобилях запчасти, ребят, мы за них отвечаем. То есть вы не платите ни за что. Мы предоставляем эту услугу. Обратите внимание, это Volkswagen Passat R-Line. Год выпуска данного автомобиля 2016 год. Снимите вот здесь. Второй месяц 2016 года. То есть он будет ставиться на учет 2016 годом. Ну что ж, давайте попробуем завести. 9774 мили. Автомобиль заводится. Горит, как понятно, вся
вся елочка, то есть все лампочки. Ну, вы видели удар. То есть в автомобиле работает камера заднего вида. То есть все, что нужно, вот у автомобиля есть. Довольно-таки неплохой Volkswagen Passat. 15-й год, с пробегом 9000 миль. Как вы считаете, хорошее приобретение или нет, ребят? Смотрите, какой прекрасный просто цвет. Синий такой насыщенный цвет. Ребят, только это все еще мы сейчас упакуем. Все положим, чтобы не повреждалось при транспортировке. Вам кто-то делает такие услуги? Отвечу, нет, только Sin Motors сможет это делать сейчас. Итак, ребят, смотрите, вот так вот упаковали фару, чтобы она не повредилась при транспортировке. Хотите получать такие услуги? Помните, Sin Motors. Все, ребят, всем бай. С вами был Владимир Толочка, компания Sin Motors. Данный автомобиль отправляется в Одессу. Любимая Украина забирает данные автомобили.